А может, это был не я, а может, это только сон. На фотографии цветной счастливый миг застыл. Ты нежно смотришь на меня, и я в тебя влюблен. Ласкались волны нежно, а далекий пляж. И приходили чудаки встречать рассвет. И ты сказал нам просто, что ты все отдашь за верную любовь мою на много лет. Нет, я не верю, что это все нельзя вернуть. Я не верю, что нет рассвета в тоннеле. Я не верю, что только все дальше пришли. Я не верю, что нет счастья на земле. Может, это только сон. На фотографии простой печальный миг застыл. В твоих глазах тоска, моих отчаяния стон. Нет, я не верю, что это все нельзя вернуть. Я не верю, что нет рассвета в этой игре. Я не верю, что только все дожди.
Thank you.
и будем ходом. Thank you.
Крыша вчера была хрень, и страшно жить. И ворча под нос, как старый день. Он воздушный запах был разрушен. И вагоны за директор след. Теперь я резко не спокоен. Я забыл свои утра. Получил лишь то, чего достоин.
Приветствуем вас на земле русского севера. Группа «Динамик» — одна из старых групп России. Скажите, вот с первого дня, как вы начали играть, изменилось ли что-нибудь в вашем творчестве в плане содержания? Ведь ваше творчество можно отнести к сентиментальной музыке, то есть тема любви, тема таких человеческих чувств. Дело в том, что у нас записано 11 альбомов приблизительно. Вот, и, в общем-то, во всех какая-то музыка была более или менее разная. И, в общем-то, тем каких-то таких особенных, там, социальных, и я как-то особенно не трогал. Хотя вот в первых альбомах там было много. Вы напрасно говорите, что там совсем не было, там было. Проявленные лица и так далее по тем временам на пляже. Я бы сказал, очень смелые песни по тем временам. Потом мне все это дело надоело, и я стал петь песни про любовь в основном, что, в общем-то, в то время было тоже какой-то своеобразной революцией, потому что считали, что раз это рокеры, они должны только петь почему-то про политику. Потому что это чушь собачья, и надо петь про то, что тебе хочется. Критики всегда осторожны в суждениях по поводу творчества вашего и группы «Динамик». Они не относят вас ни к поп-музыке, ни к рок-музыке конкретно. Вы сами к какому стилю вы себя отнесли? Ну, вообще-то, у нас были разные альбомы, и были такие, в общем-то, новый волновый такой попс был, и блюзовые были. У меня много было всяких экспериментов. Поэтому я не знаю. Я просто думаю, что если уже... если мы не рок, тогда... Кто ж тогда рок-то? То есть дело в том, что если там считают, что если они поют про всякие там грязные дела и громче включают
Дистошин на гитаре, это значит рок, то я в этом как раз сомневаюсь. Потому что вот, когда они... Ну ладно, не буду говорить. Я так считаю, что, в принципе, у нас рок-группа. Хотя это никакого значения мне не имеет. А вот песни про пляж, по смелости, у вас были какие-то инциденты в плане исполнения? Ну, были какие-то там, ой, нет, инциденты не были, инциденты были там в прессе, там все как-то ругали, выкидывали там строчки с песен. Ну, потом, в 82-й год, наверное, уже забыли, что творилось. Там люди пели все, если бы парни, все войны, все рок-группы на прослушивание, а мы не пели, мы их всех обманули. Никогда не пели никаких песен. Ну это как-то сказалось на вас лично? Это вас изменило? Или вы остались верными себе? Нет, мы ничего... Мы как-то... Нам повезло вообще с динамикой. Мы никаких комиссий не проходили. Ничего. Потому что в Министерстве культуры группы «Динамик» не было зарегистрировано. А мы гастролировали по всей стране. Они даже не могли нас занять, потому что по документам по-другому назывались. Работали там в каком-то цирке. Так что... И мы играли только то, что мы хотим. Только это. Я никогда не играл ни чужих песен, ничего такого подобного. А вообще тема сентиментальности – это зеркало собственной жизни? Или это просто попытка оградить себя от внешнего мира как-то? Да я не знаю. Я специально ничего не делаю. Вот песни пишутся, слова придумываются. Вот они такие получаются. И специально что-то делать я никогда не хотел и не хочу. Ряд ваших песен стал хитами, например, «Симона». Вам ближе какие-то песни, вот эти хиты, или вам какие-то ближе другие песни? Ну, мне все зависит от настроения. Вот какая самая песня последняя, она мне больше всех и нравится обычно, потому что вот у нас обычно вот исполнители там одну-две песни сделают, причем кто-то там напишет за них, кто-то там аранжирует, кто-то споет, и вот они все, и крутятся с ней, как курица с яйцом. Потому что я это провожу работу изначально, я пишу и текст, и музыку, и аранжирую сам, и записываю сам все. И вот сейчас еще, сейчас даже занялся тем, что мы сами клипы снимаем. Сейчас сняли 3 клипа, они же по Москве пошли, вот скоро будут по России идти. То есть, это как бы такая вот каждая песня, это огромная работа. А песен оказалось у нас, вот, мы решили выпускать альбом, да, там их где-то больше, чем 200, оказывается, у нас было на пленках везде. И вот решили выпустить антологию, и у нас получается 11 альбомов минимально, то есть мы набрали с 82-го года. Некоторые выходили на мелодии когда-то, некоторые просто в кассетах. Сейчас на компакт-дисках будем выпускать. Как долго длилась ваша работа в Соединенных Штатах, и было ли это попыткой собственных сил, то есть пробой собственных сил, или это был какой-то гениальный, ну, то есть большой проект? Ну, дело в том, что это было, прежде всего, конечно, очень интересно, потому что, когда мы первый раз приехали с «Динамиком», у нас была просто такая очень... хорошая реакция со стороны зрителей, особенно среди критики. Нас там записали число там лучших концертов года, там, в том числе там был Пол Маккартни, Майлз Дэвис, там вообще просто чудеса какие-то. Вот. И потом просто мне было интересно, действительно ли я нахожусь на таком уровне, на котором я думал. И просто решился как-то сам себе. Так я никому ничего не... Мне самому было очень интересно поиграть эту музыку, я очень много выучил. Песен вспомнил, там с детства играл там чужую, не только свою, Джимми Хендрикса, Клаптона, там играл очень много блюзов. То есть такой настоящий американский рок-н-ролл. И играл с белыми музыкантами, с черными. Будет два, наверное. Вот так, в смысле, не вылезая по клубам. Там. В 82-м году там, нас признали, мы были номинации лучшей хард-роковой группы Южной Калифорнии, номинации, правда, не выиграли, правда, но все равно в пятерку попали, было очень приятно. Там наоборот, то есть я играл такой психоделический рок-н-ролл с блюзовым уклоном, типа Джимми Хендрикса. Мы троем обычно играли, соло-ритм, то есть гитара, бас и барабан. Вот. А потом я сюда приехал, это никому здесь не надо, ну и единицам. Вот, поэтому мы играем такой... поп-рок, такой блюз, я бы сказал, так бы я назвал. Во всяком случае, песня, она и есть песня, от нее никуда не денешься. То есть, я думаю, что если вот под гитару песня спела, она есть. А уже как ее аранжируешь, там это уже
Спасибо. Насколько вы почувствовали разницу, играя блюз с черными музыкантами и играя вот с нашими музыкантами? Все-таки блюз исходит ближе к ним. Ну, вообще, да, я очень много научился как-то. Дело в том, что вот у черных музыкантов, у них более такое вот тонкое восприятие, они любят как-то более такое, знаешь, как бы сказать, музыканты говорят, кочумной такой блюз. Кочум, знаешь, вот они вот маленькие, обычно играют тихо, с такие нюансики. А белые обычно любят уже ближе к року, к такому, к цепелиновскому блюзу, больше там. Вот, как правило, потяжелее. А черный у них такой все. Ну что ж, спасибо. Какие ближайшие планы у группы «Динамик»? Что сегодня представили? Я уже сказал. Ближайшие. Сейчас вот выпустим 3 клипа новых. Ну, в смысле, они по-настоящему первые. У нас такие серьезные. Вот. И вот будем альбом выпускать. И начнем какую-то рекламную деятельность. Потому что, честно говоря, если бы неделю назад я бы еще с вами бы не стал говорить, потому что я был не готов. А сейчас мы работу уже запустили. Новый альбом пишется, «Небесное притяжение» называется. То есть еще попутно тех, помимо тех одесс. То есть сейчас мы завалим весь рынок нашей музыкой, потому что уже нас совсем забыли. Но я это было умышленно, конечно, сделано. Я так и хотел, чтобы нас забыли. Благодарю вас за интервью, спасибо.